Александр, ведущий проект «Америка, ты успешный». Я не знаю, меня слышно сейчас? Подойдем так, да, чуть-чуть. Со мной Наташа. Наташа, правильно, Наташа. Я искал Наташу сейчас. Вот, потому что мы сначала познакомились, потом я ушел, она здесь, и она вот здесь, на этом проекте. Мы сейчас... Сейчас находимся в компании Vox. Здесь собрание разных... собрание, чтобы люди могли посмотреть, чем инженеры занимаются в этой компании. Что у каждого есть много разных столов, и разные инженеры из разных групп рассказывают и показывают, что мы здесь делаем в Vox. Ну, в общем, здесь как бы такая задумка. Они собирают несколько разных групп с разными видами разработчиков. То есть кто-то занимается датабазами, кто-то занимается security, кто-то занимается разработкой непосредственно front-end. Правильно? Да. Вот. И как бы ребята приходят и знакомятся, вход совершенно бесплатный. И здесь вы можете покушать, там, насобирать звезды, играть в разные игры, бросать их в урну, выиграть iPad. Попить бесплатно пиво и вот просто познакомиться, как вот мы с Наташей познакомились, если наладить какие-то связи. В общем, интересно было. Вообще, какая основная цель преследует организация Vox? Основная цель мы делаем публикейшн для разных компаний, чтобы, если, например, идея в том, что если у тебя разные файлы, разные документы, которые тебе надо поделиться с людьми в компании или с людьми из других компаний, но ты не хочешь по e-mail все время посылать, по почте посылать, то ты можешь использовать Vox, чтобы положить это в интернет, в cloud. Мы позволяем людям делиться данными и показывать онлайн-сторидж, это как бы наш основной фокус для компании, чтобы вместо того, чтобы тратить много денег и строить всю инфраструктуру внутри компании, ты можешь использовать Vox, и мы как бы позволяем, чтобы secure storage. Можно пару личных вопросов? Можно. Хорошо. Ты очень хорошо говоришь по-русски. Без акцента. Очень хорошо. Ты давно здесь? 15 лет. 15 лет. Со скольки? Со скольки? 17. Окей, что? Ну, 17 ты уже Россию, там, из России, правильно? Да. Потом не скучаешь? Я иногда езжу в гости. Ездишь? Раз в пару лет. И как ощущения, впечатления? Очень меняется. Родина? Родина очень меняется. Лучше или лучше? Просто меняется. Блин, приятно так ответить. Ясно. Друзья? Никто не знает, кто будет это совершать. Не хочу никого не отдать, не хочу никого отдать. А друзья дома есть? Да, у меня родственники. А здесь? Здесь друзья. Хорошо, спасибо большое за наше время. Все хорошо. Вернемся к вопросу о бесплатной еде на ивенте. В принципе, вот что здесь подают. Я набрал себе картошку, курицу, салат, какие-то сосиски. Вот. И ну ничего не надо платить, он там еще сейчас пиво, мы, короче, отдыхаем, знакомимся. Столов на самом деле много, это только один такой, а здесь их расположено штук, наверное, 5-6 с разными угощениями. Вот. Такая вот штука. А здесь у нас еще бесплатные чипсы. Еще бесплатные чипсы, выпитые коробки из-под пива и всякие напитки в холодильнике. Тут уже прилично опустошили. Но на самом деле, блин, это прикольно. Просто ты приходишь, знакомишься с людьми, общаешься, заводишь какие-то полезные знакомства. Do you mind if I'll film you? No? Yes or no? I don't mind. Okay. Hi. So say hello, Russia. Hello, Russia. That's pretty good. Okay, he minds. Поэтому на самом деле это классно. Вот.